Добрый день! Мы сегодня находимся на столичном проспекте Машерова, который пересекает проспект Независимости. В разные годы проспект Машерова находился в разных частях нашего города, ну а сам Петр Миронович руководил Беларусью на протяжении 15 лет. Мы будем спрашивать у минчан и гостей столицы два вопроса. Первый – кто из этих трех людей, изображенных на этой замечательной картинке, Петр Машеров? И второй вопрос – что вы знаете о деятельности Петра Мироновича? Ну, начинаем! Поехали! Во времена Советского Союза это был правитель нашей страны, Белоруссии на тот момент, который возвел ее в число первых республик Советского Союза по экономическому состоянию и по всеобщему развитию. И это был довольно ошеломительный успех. И этот успех, он много кому не давал покоя и не дает до сих пор. Кто из этих троих людей Петр Машеров? В смысле, Машерова? Да. Ну вот. Совершенно верно. А расскажите, какие у вас воспоминания о том времени и что вы можете вообще о нем сказать? Как было тогда? Без комментариев. У каждого свое видение и того времени, и нынешнего. Родился на Витебщине, по профессии он был педагогом. Ну вот, как я сказала, он был первым секретарем ЦК КПБ. Да. И, кстати, у меня есть дедушка, он певец, и он на... В 1972 году в Минске выступал в театре перед Машеровым. Ну что, он был главой Республики Беларусь. А когда это было? Где-то это было в 70-е, начало 80-х. Давай. Мне так кажется, что вот это. Совершенно верно. Это вот Сергей Притыцкий, а это 9-й президент Израиля, уроженец Беларуси Шимон Перес. Что помню, то, что он был действительно умный, воспитанный, интеллигентный человек. И за Беларусь готов был отдать свою жизнь. Ну, это Притыцкий. Совершенно верно. Это, по-моему... Шимон Перес. Совершенно верно. Так, ну это... Вот это, да, вот да. Это портрет Петра Мироновича, может, он не совсем... Да, Петра Мироновича, да. Машеров, я посмотрел. Расскажите нам. Я написал книгу, так, значит, кто руководил БССР, так, от Мясникова до Малафеева. Ничего себе. Про всех руководителей первую книгу написал. Ага. Значит, Машеров был с 1965 по 1980. Совершенно верно. Так, ну, он много чего сделал. Конечно, из всех руководителей он на первом плане. На первом плане он идет, а второй Мазуров. Мазуров. Да, ну вот считаю, что из этих всех руководителей наиболее авторитетными, наиболее, ну, много он сделал во многих областях, да, и в самом деле авторитет, что он герой Советского Союза, годы войны, не после войны ему вручали. Когда он был еще жив, у нас есть такой театр имени Горького, да, безусловно. И он просто вот гулял без охраны вечером. Ну, это было так давно, что, видите, память изменит. Да, видела, вот он шел от меня где-то на шаг. И без охраны. И без охраны. И нас с мужем так это удивило. То есть это было удивительно, что руководитель Беларуси... Да, что такой человек. Ну, мы к нему с большим уважением относились. Почему? Ну, он много делал для своей страны, для своего города, для республики. Ну, понятно. И память вот всегда, когда слышим имя Машерова, всегда такая теплая память. Наш опрос подошел к концу. Можно говорить о том, что имя Петра Мироновича Машерова известно белорусам. В принципе, большинство из них даже визуально его узнают. Некоторые, конечно, путают с президентом Израиля, но они действительно чем-то внешне похожи. Удивительно, что почти все, кто узнал Машерова, и все, кто жил в его время, вспоминают его исключительно в положительном контексте. Надеемся, что имя еще долго-долго-долго будет в памяти белорусов.